И мы видим состав на сегодняшнюю игру. Центр поля получился крайне насыщенным. Это позволит команде развивать атаки в разных направлениях. В финале. И мы видим состав на сегодняшнюю игру. Центр поля получился крайне насыщенным. Это позволит команде развивать атаки в разных направлениях. В финале. И мы видим состав на сегодняшнюю игру. Центр поля получился крайне насыщенным. Это позволит команде развивать атаки в разных направлениях. В финале. И мы видим состав на сегодняшнюю игру. Центр поля получился крайне насыщенным. Это позволит команде развивать атаки в разных направлениях. В финале. И мы видим состав на сегодняшнюю игру. Центр поля получился крайне насыщенным. Это позволит команде развивать атаки в разных направлениях. В финале. И мы видим состав на сегодняшнюю игру. Центр поля получился крайне насыщенным. Это позволит команде развивать атаки в разных направлениях. В финале. И мы видим состав на сегодняшнюю игру. Центр поля получился крайне насыщенным. Это позволит команде развивать атаки в разных направлениях. В финале. И мы видим состав на сегодняшнюю игру. Центр поля получился крайне насыщенным. Это позволит команде развивать атаки в разных направлениях. В финале. И мы видим состав на сегодняшнюю игру. Центр поля получился крайне насыщенным. Это позволит команде развивать атаки в разных направлениях. Лиги Европы. Наверное, не стоит говорить, что интерес к этому матчу огромный и со стороны болельщиков, и со стороны прессы. Ведь на кону трофей, вот что сегодня главное. Мяч перешел к другой команде. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Можно подать. Нет, не дошел этот пас до адреса. Неудачно распределить.